Где бы ни появился депутат городского собрания Сочи Оганес Чепнян, а встреча была назначена в гимназии номер 16, его тут же окружают жители. В 6-м избирательном округе их 30 тысяч. Впереди декада инвалидов, и необходимо организовать праздник в Доме культуры «Элита». С Оганесом Меликовичем мы работаем в тесном контакте. Всегда участвует в торжественных мероприятиях, всегда отзывчивый, оказывает адресную помощь нашим инвалидам. Помогает с ремонтом депутат всегда гимназии номер 16. Здесь он сам учился, учились его дети. Обратите внимание, новые стенды. Ежегодно он поддерживает всех детей-отличников. На традиционный день гимназии каждый ребенок-отличник получает премию от нашего депутата. Буквально все, чем украшена школа, тоже сделано с его помощью. Ни к одному вопросу он не остается равнодушным. В поле зрения депутата и малообеспеченные семьи, и школьники неравнодушны к спорту. Полностью оснащен школьный тренажерный зал, отремонтированный и участки дорог. Дорога сделана от Ясногорска 15, Табытки 46. Дорога сделана на Кровогреческое, замечательная дорога. Хочу сказать, что сделан тротуар от первой столовой наверх к Элите. От Элиты к школе сделана лестничный марш. А еще для всех жителей района появится на Северном Слоне свой парк отдыха с одноименным названием «Бытха». Сейчас там идут подготовительные работы. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.